Но, к сожалению, пытаешься обновиться, у тебя просто сбой в правом нижнем углу, и больше ничего с этим сделать нельзя. То есть я пытаюсь обновиться, а иногда бывает, что обновляешься, при этом уже не попадаешь в матч, бывает, что загружается в матч, но при этом также там буквально 30 секунд, может быть, полторы-две минутки посидишь, и тебя опять выкидывает. Остаешься без наград, без какого-либо желания поиграть вновь. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Мэрл Хиро, и в сегодняшнем видеоролике хотелось бы вместе с вами пообщаться на ту самую достаточно неприятную тему, но для всех как минимум ситуация знакома, когда вы пытаетесь в танки зайти, поиграть, выполнить миссии, а у вас ничего не грузит, либо же попросту как раз таки во время матча залагивает сервер, и вы не можете доиграть матч, не получаете тот самый весомый фонд, возможно, особенно на фондах повышенных, конечно, звездочки те самые, которые в нашей игре сейчас дают возможность вам получать возможность завершить тот самый челлендж и элитный пропуск, который также у нас обходится в 1800 коинов. Сейчас, прямо на ваших глазах, наша игра вновь залагала. То есть я зашел в бой, друзья, в котором 2 минуты до конца. У первого игрока 80 очков. У другого игрока, который находится в противоположной команде, 115. Это говорит о том, что реально игроки на протяжении 13 минут не могли комфортно играть. И, к сожалению, возможно, даже ни один из этих игроков по итогу матча не получит ни звезды, ни кристаллы. И у нас сейчас на самом деле очень много мероприятий, как и челленджи, также в целом те самые миссии, которые в игре появляются. Но игра нам, к сожалению, пока что не дает комфортно провести время в игре. То есть я как бы попытался играть в матч и попытался. Я, кстати, купил челлендж обычный, пока что элитный пропуск не покупаю, потому что, ну а как я могу купить себе элитный пропуск, когда не до конца уверен, что я завтра смогу или сегодня набивать звезды, которые в матчах надо получать при завершении как раз таки боя. А доиграть не выходит. Игра тут залагала, друзья. Вы, кстати, поддержите обязательно видеоролик лайком. Давайте сейчас мы попробуем вместе с вами загрузиться на Безнате куда-нибудь. Возможно, меня хотя бы на этом аккаунте закинет, потому что я пробую и там, и сям. И в итоге выходит, что по итогу нигде доиграть невозможно. Если столкнулись с такой проблемой, обязательно напишите об этом в комментариях. Напишите, что вы думаете, потому что, ну, разработчикам надо что-то думать. По-хорошему, конечно, это нужно было изначально делать, да, перед тем, как в нашей игре добавлять подобное мероприятие, в целом празднование дня рождения, потому что, ну, когда вроде как ивенты неплохие, хочется поиграть, есть желание, мотивация, много всяких мероприятий, там контейнеры, сям контейнеры, там всякие плюшки, там скины, там ультра контейнеры. Ну, у тебя игра лагает, у тебя просто желание пропадает, да, где-нибудь, возможно, в дальнейшем играть, лицом пытаться что-либо пройти в нашей игре, потому что, ну, однозначно, не у всех есть много времени, чтобы пытаться загрузиться в игру, пытаться обновляться. Некоторые раз поиграли, два поиграли, опять залагала, кстати, игра, друзья. Вот на ваших экранах как раз-таки происходит то, что, наверное, многие из вас, наверное, все видят на своих экранах при попытке поиграть в танчик онлайн как раз на этих выходных, да, кто-то, возможно, в пятницу столкнулся, кто-то в субботу, а кто-то, возможно, и ранее, потому что на предыдущих стримах, которых мы вместе с вами также пытались играть, вот ровно такое происходило. Ты заходишь в битву, у тебя игра лагает, и попросту вновь ты вернуться обратно в бой не можешь. То есть ты нажимаешь быстрый бой, либо какой-нибудь формате, а кого тебя не грузится, к сожалению. Это огромнейшая беда, которая требует внимания от наших разработчиков и, как минимум, наверное, решения кратчайшие сроки, но и при этом какую-нибудь компенсацию было бы знатно получить, потому что, ну, никуда не годится, друзья, просто никуда не годится, когда вот такое происходит в нашей игре, еще и во время подобных движух, которых далеко не мало. Реально там анонсировано много всяких мероприятий, ближайший танкофонтик еще грядет, также уничтожить надо помощника, некоторые, возможно, из вас уже уничтожили, не знаю, когда именно этот видеоролик выходит, но я записываю как раз таки момент, когда у меня маленечко, но накипело. Надеюсь, что вы тоже меня в этом случае, в плане активности видеоролика, да, чтобы наши, возможно, разработчики заметили наши не годования, ну и, конечно, поддержите пальчиком вверх, да, однозначно, возможно, на это обратят внимание и что-то с этим сделают, потому что, ну, пока печально, реально все печально. Я надеялся, что с последними нашими изменениями, которые были внедрены в игре, возможно, с некоторыми нюансами, которые были как раз-таки ограничены в случае нашей игры, это я говорю о пробитвах, возможно, повлияют как раз-таки на стабильность нашей игры. Но, к сожалению, пытаешься обновиться, у тебя просто сбой в правом нижнем углу, и больше
ничего с этим сделать нельзя. То есть я пытаюсь обновиться, а иногда бывает, что обновляешься, при этом уже не попадаешь в матч. Бывает, что загружается в матч, но при этом также там буквально 30 секунд, может быть, полторы-две минутки посидишь, и тебя опять выкидывает. Остаешься без наград, без какого-либо желания поиграть вновь. Ну и, конечно, переживаешь за то, что, возможно, купил челлендж, да, планировал пройти его на этих выходных, а попросту время в никуда, потому что звезды не зарабатываются, танкоины потрачены, желания никакого уже вовсе нет. Тем более, когда это все повторяется из раза в раз, к сожалению. И такими темпами, конечно, игроки в скором времени не захотят пытаться как-либо активно себя проявлять на подобных праздниках, ивентах, ну и в целом двойных фондах, которые в нашей игре. Да и повышенные голды, у нас даже повышенные голды, друзья. Все, у нас на самом деле в игре и скидки, и повышенные голды. Все, просто бери и играй. Но проблема остается проблемой, как ни странно, с серверами, о которых уже не раз мы вместе с вами поднимали тему в наших видеороликах. Не раз разработчики говорили о том, что решается проблема. Вроде как уже решено, ничего подобного больше возникает. Никак не будет, но возвращаемся мы с вами к одному и тому же, что ближе к выходным, либо даже в будни, на самом деле даже и в будние дни игра лагает. И когда мы там проводили вместе с вами стримы, когда мы проводили тот же турнирчик, помнят, возможно, те ребята, которые участвовали, это все затягивало наш стрим, затягивало время игры. Ну и, конечно, мы теряли как и свое, так же и ваше время для того, чтобы провести подобное мероприятие. Вроде стараешься, вроде хочешь как раз-таки провести в крутом месте время, еще и, возможно, к этому всему что-нибудь дополнительное в виде плюшек разыграть. Но, к сожалению, пока сервера в нашей игре не будут отлажены, возможно, защищены от DDoS-а. Так, хотя это далеко не просто сделать, сюда, наверное, найдется способ положить нашу игру, потому что все же эта проблема связана как раз-таки с DDoS-атаками, которые направлены на сервера проекта. Ну и, конечно, из-за этого начинаются вот подобные трудности, когда ты не можешь попросту никуда загрузиться, вовсе битв нет, где-то выкинуло, где-то не загрузилось, где-то ошибку вбила. А где-то попросту, возможно, даже в танки не выходит и не получается никак попасть. Поэтому, друзья, делитесь своими комментариями. Если ролик, как говорится, стоит вашего внимания, да и в целом наших разработчиков, то видеоролик поддерживайте пальчиком вверх. Если вдруг, возможно, что-то в игре приобретаете, то, конечно, привяжите мой тег личный. И тем самым частично поддержите меня. Ну и, конечно, поучаствуйте заодно в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 1,5 миллиона. Ну и помимо кристалликов, вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоина. Вся подробная информация есть в нашем дискорд-сервере. Присняйтесь, ознакомливайтесь. Ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под нашим роликом. Но я вам желаю успехов нашим разработчикам, как ни странно, как можно скорее исправить все эти проблемы, нюансы, с которыми сталкиваются, как ни странно, игроки, да и сами разработчики, наверное, желают как можно быстрее что-то с этим сделать. Но, к сожалению, игрокам, наверное, лишь только пожелаю терпения, как и мне, потому что в таком случае играть, конечно, не всегда возможно, хочется вновь и возвращаться, пытаться что-либо в этой игре пытаться делать. Поэтому, друзья, огромнейшее спасибо за просмотр, ну и хорошего дня.